В руках у Сергея Апресяна из Донецка заветная мечта – сертификат на 1 миллион рублей на покупку автомобиля. В 2015 году во время боевых действий в родном городе 12-летний ребенок был ранен во время артобстрела. У меня соседи водили машины, и ребята там тоже гоняли. Я всегда хотел почувствовать вот этот, знаете, шум дороги, поуправлять машиной, там, поездить. Но после травмы у меня эта возможность практически нивелировалась. Юноша вместе с мамой живет в общежитии в Москве, а сейчас отдыхает в Крыму. К слову, 18-летний Сергей впервые побывал на море. Мы с сыном приехали в Евпаторию по приглашению главы города Олеси Викторовны на оздоровление, на лечение, просто отдохнуть в таком замечательном месте, такого мегаполиса, как Москва, где шум и все такое прочее. Здесь просто тишина и покой. Мир не без добрых людей. Общими силами крымские меценаты объединились и осуществили мечту Сергея Апресяна. Я Олесе Викторовне отправила письмо с просьбой помочь устроить его в санаторий. Как человек, как общественник, беру на себя ответственность. Вот эту семью я сама привезла, я сама за них отвечаю полностью, их везде с ними и экскурсии, и да, вот дельфинарии, все полностью. Ну и, конечно, я взяла на себя ответственность, чтобы первый миллион, вот мы его собрали и вручили его именно здесь. Символично, что торжественная церемония проходит у памятника Елизавете Глинке. Благодаря ей 6 лет назад мальчика экстренно перевезли в Москву из Донецка на самолете МЧС. Надежда на спасение была минимальной, но доктор Лиза рискнула. Елизавета Глинка – основательница общественной организации для помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Она помогала пенсионерам, одиноким людям и неизлечимо больным. Благотворительница доктор Лиза погибла в авиакатастрофе на Черном море в декабре 2016 года. В марте возле санатория установили памятник в ее честь. В этой лечебнице спасают и грудничков, и подростков, пострадавших на Донбассе. Также сюда приезжают на лечение и оздоровление дети со всей России. Мы занимаемся опорно-двигательным аппаратом, кроме острой травмы, нервными болезнями, и кожными, и респираторными аллергозами. Минуты молчания присутствующие почтили память погибших дончан, а также возложили цветы к монументу. Сергей Апресян выбрал профессию психолога и готовится к вступительным экзаменам в ВУЗ. Мне нравится помогать людям. И люди, которые тоже попали в похожую ситуацию со мной, нуждаются в психологической поддержке. И согласитесь, когда к ним придет какой-то здоровый человек, ну, с психологическим образованием, естественно, будет устанавливаться такой барьер непонимания. А когда приду я, люди воочию увидят, что человек тоже побывал в не самой простой жизненной ситуации, и наладить контакт будет достаточно проще. А пока юноша продолжит отдыхать в Крыму и строить планы на светлое будущее. Сабина Дениева, Азиз Неметуллаев, телеканал «Миллет». Евпатория.